Въезд и выезд из Шымкента в ночное время суток запрещен. Ограничение действует с прошлой ночи. Аким мегаполиса Мурат Айтенов посетил блокпосты и объяснил, что дополнительные ограничительные меры пришлось ввести, чтобы предотвратить рост числа инфицированных. Подробности в нашем сюжете. Ровно в полночь на всех дорогах, ведущих в Шымкент, полиция установила блокпосты. После 9 вечера и до 7 утра заехать в город невозможно. Водители, которые не знали об этом, заставляют разворачиваться. Аким города Мурат Айтенов лично проверил, как соблюдаются дополнительные ограничительные меры. А на рассвете он посетил жилой массив, где проживали до госпитализации двое заболевших коронавирусом. Населенный пункт закрыт на 14-дневный карантин, но горожане все равно пытаются туда проехать. Применять меры строго. Сегодня прощения никому нету. Что за вызовем силоматин, вызовем денсалом гармать на замат. В Шымкенте полностью приостановили работу аэропорта и железнодорожного вокзала. Закрыты авторынки, продовольственные ярмарки, магазины по продаже сотовых телефонов. Строгий запрет наложен на проведение мероприятий. Установлен график работ пунктов общественного питания. На особом контроле и цены на продукты. По социально значимым товарам цены удерживают. Продукты есть в достаточном количестве. Стабфонд кредитует крупный гипермаркет «Громад», чтобы там продавали социально значимые товары по доступной цене. В городе также усилили санитарные и дезинфекционные меры по ношению медицинских масок посетителями и продавцами во всех торговых и других объектах. Местные власти попросили жителей с пониманием и полной ответственностью отнестись к этому. Катерина Попкова, Шымкент, Хабар 24.